Привет, друзья! Начало осени, погода шикарная, здорово. Будем гулять. Свежак. Класс. И кажется, я вижу еще. Сейчас вот это соберу и покажу. Thank you.
Что же это там такое желтое? Вот срезала я трутовик серно-желтый. Вот его сколько много получилось. Целая корзинка. И до этого уже выкладывала тоже корзинку в машину. Корзинку трутовика. Вообще очень странно, конечно. Весной бегали, там в начале лета бегали по всем лесам, искали его. Не было. Редкий случай попадались какие-то маленькие полузасохшие. А сейчас вот прошли дожди, и он просто повысыпал по всем лесам он есть. Встретился подгруздок белый, гриб съедобен, пригоден к маринованию, к солению, вымачивать его не обязательно. А это мухомор. Семейка сыроежек. Вот это находка, так находка. Таких букетов грибов я еще никогда не видела. Четыре штуки в одном месте. Обалдеть. Тут бедняга упал. Какая красота. Вот вам букет грибов.
такие они все-таки классные. Очень красивые. Обалдеть. Прошла вот мимо, мама нашла за мной. О, какой крепкий. О, это белый, смотри, какой он классный. Это белый? Да, вообще. Смотри. Давай искать, тут еще ходить. Класс, вот это круто. Я таких никогда не видела. Вот они. Семейка белых. Раз. Два. И вот еще два малыша. Полезла на эти грибы посмотреть. И тут смотрю, еще вот красавчик сидит. Вот он. Какая прелесть, какой он толстенький. Я не буду рвать, сфотографирую его сначала. Вообще классный. О, как. Вот это я понимаю, боровичок. Класс. А находимся мы в дубовой посадке. Тут одни дубки. Ну, пару березочек, может, где-то есть. Вот, дубы в основном. Прошла мимо дважды. И вот он. Ну что, берем? Паучок, кыш. Это наш гриб теперь. Класс. Вот они, красавчики. Все под дубками росли. И вот такой результат сегодняшней прогулки. Погода шикарная, правда, уже чувствуется осеннее настроение. Конечно, осень уже настала, но пока еще тепло. Погода радует. И грибочки тоже радуют. Такие хорошие, симпатичные. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, до новых встреч!